Студенты факультета иностранных языков БелГУ под руководством немецкого режиссера Маркуса Георга снимают анимационный фильм о достопримечательностях Белгорода. Работа будет представлена на ежегодном международном фестивале в Берлине. В Старом Осколе состоялся открытый городской турнир по лазертагу. С операцией по захвату территории участники военно-спортивной игры справились как настоящие солдаты. Их главным оружием была тактика. В Прохоровском районе прошел третий епархиальный фестиваль воскресных школ «Ручейки добра». Богослужебные песнопения на греческом и английском языках, танец народов Закарпатья. Юные участники показали все разнообразие духовного творчества.